Приветствую вас, Роман. Давайте поисследуем ваш текст. Долго встречался с девушкой, но в итоге расстались. Из-за чего расстались, понял. Ну, было бы совсем хорошо, если бы вы написали бы нам, из-за чего вы расстались, потому что это необходимо для анализа. Около недели встречаюсь с другой девушкой. Как много времени прошло между тем, что вы расстались с первой девушкой и начали общаться со второй девушкой, начали встречаться со второй девушкой. Как много времени прошло? Потому что вот что-то по тому, как вы пишете, получается, что времени прошло. Не сказать, чтобы очень много. Дальше. Что для вас значит новая девушка? Как вы ее воспринимаете? Потому что относительно предыдущей вы говорите такие вещи, что она приличная, что, то есть, ну, тут вот хочется, в общем, невольно спросить, так а она тоже эта девушка, что? И что? Как она вам видится? Да, именно настоящая девушка. Текущая, с которой вы сейчас в отношениях. Так, значит, какое-то время общались с бывшей, я решил написать, решил написать, потому что хочу вернуть и приложив все усилия. Роман, ну, честно говоря, здесь не очень ясна ситуация, потому что вы говорите, что написали, потому что хотите вернуть, да, но простите, а как вы хотите вернуть девушку, если вы встречаетесь уже с другой? Или для вас это ничего не значит, то, что вы встречаетесь с другой. Ну, ведь для, допустим, вашей девушки это может быть вполне важно. Вот. Так что здесь как-то вот... Ну, здесь ваша логика, наверное, не совсем ясна. Предположим, у вас есть чувства к предыдущей девушке. Тогда зачем вы начали встречаться с другой? А как ты узнала, что я в отношениях? Ну, я не думаю, что это особо сложно. Общается холодно, делает вещи, на самом деле, типа, ей все равно, а как она должна общаться с вами? Намного раз упоминала мою нынешнюю девушку. Скажите, что это может быть, ревность или что-то другое? Насчет ревности не знаю, то, что она сравнивает себя с ней, это факт. Сказала, что я изменился в худшую сторону. Ну, вопрос, почему не ответила ничего и сказала пока. Ну, и лучше знать. Вопрос только в том, что в худшую или в лучшую сторону вы измениться, на мой взгляд, не могли. Потому что люди не меняются в худшую или лучшую сторону, люди просто меняются, а вот другие люди воспринимают это по-разному. Например, если изменения соответствуют, к примеру, ожиданиям людей, вот, то в таком случае эти изменения можно назвать
к лучшему, если не, оправдывает ожидания, то такие изменения можно назвать в худшую сторону. Ну и вот примерно в таком ключе все происходит, поэтому здесь скорее вопрос к вам, как вы восприняли тот факт, что значит, вам сказали, что вы изменились в худшую сторону. Еще в диалоге использовала много смайликов, сердечек, поцелуйчиков, такое впечатление, что хотела меня чем-то задеть. Не знаю. Вы спрашиваете, откуда мы можем это знать. Предложили встретиться, просто погулять. Сначала была злая, потом отказ. Ну, видимо, еще чувства не прошли. Как понять такие действия? Ну, она сравнивает себя с вашей текущей девушкой. Еще не завершила эмоционально с вами отношения. Но не, уже не зациклен, чувства есть. Ну, если есть чувства, опять же, зачем я начал встречаться с новой девушкой? Если бы была возможность вернуть отношения, то вернул бы, так как девушка прилично. Но здесь вы противоречите несколько сами себе, вы говорите, что решил написать, потому что хочу вернуть отношения, приложил свои усилия, то есть как бы противоречие. И противоречием является то, что вы встречаетесь уже с другой. Подскажите, есть ли какие-то стратегии возврата, или через какое время человек остывает и готов к новым отношениям? Я не очень понимаю, о чем идет ваш вопрос, потому что вы встречаетесь с другой девушкой сейчас. Вот. И вы встречаетесь с другой девушкой, и пока вы встречаетесь с другой девушкой, ваша бывшая девушка, она даже если и была готова к отношениям, то сейчас она уже поняла, что вы, ну, как бы, другой. Вот и в сделании стратегиях лаврапа, потому что извините, человек – это не вещь, да, чтобы его возвращать. Вот. Сделать не возврат, а в том, что вы не разобрались в себе. Вот. Вот в чем я сделал. То есть вы говорите одно, да, а делаете немножко, ну, немножко другое. Вот. Я вас не обвиняю в этом, вы поймите правильно. Вот, но просто сам тем, что вот что вы пишете, да, я то, в принципе, вам и говорю. К новым, потому что не буду повторять тех ошибок, что делал. Ну, новых отношений вы не построите, но предыдущий опыт, он никуда не денется, вот, это важно понимать, что предыдущий опыт, он никуда не денется абсолютно, и что, ну, это заблуждение думать, что вы сможете, ну, новые отношения построить. Вот. Это заблуждение. Заблуждение, потому что новые отношения вы не построите. Кстати, будет продолжение. Отношения, да, может быть, но не новые. Вот. Так что вот, вот примерно
Такой ответ я могу вам дать примерно. На то, что вы, вот, судя по тому, что вы написали. Вот. Я не знаю, конечно, насколько вам это, ну, насколько вы там согласитесь со мной. Вот. Но, тем не менее. Ситуация остается ситуацией. Вот. То есть, понимаете, основная ваша проблема заключается в том, что вы не видите, вот, на мой взгляд, вы не видите, ну, девушку именно как девушку. То есть вы не воспринимаете девушку как девушку, вы воспринимаете, точнее наоборот, вы не воспринимаете девушку как личность, вы воспринимаете, ну, исключительно вот как, как вам сказать, как женщину, да, то есть с точки зрения гендерной позиции. Вот. Это крайне, ну, крайне негативная история, потому что этого мало для выстраивания адекватных отношений. Этого очень мало. И ваша задача, она заключается в том, чтобы начинать видеть в женщинах кого-то еще. Понимаете? Вот. Кого-то еще. Не только женщину, но и личность, например, тоже. Вот. Это принципиально важная история. Ага. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам мой ответ понравился, буду благодарен за его оценку. В качестве лучшего я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом для вас.